Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 33-м уроке видеокурса «Landing Page для начинающих». И в этом уроке я хочу вам показать классный бесплатный таймер для вашего «Landing Page». Для Adobe Muse существует много виджетов, таймеров обратного отчета, но, как правило, они все платные. Вариантов достаточно много, есть разные скрипты. Но в этом уроке я хочу вам показать классный сервис. Вот его адрес megatimer.ru. Здесь бесплатно можно настроить для себя дизайн таймера. Три вида, как этот таймер может работать до определенной даты на промежуток времени. И самый такой популярный и самый главный, наверное, это цикличный. Потому что большинство людей интересуются именно как сделать цикличный таймер для landing page. И давайте в этом уроке я вам покажу, как настроить в этом сервисе таймер для вашего landing page. Итак, переходим на этот адрес megatimer.ru. Сразу же на главной странице, вот здесь вот вправо в углу, вы можете выбрать, что отображать, а что нет, путем отключения чекбокса, да. Например, вам дни не нужны, нужны часы, минуты, секунды. Вот здесь это можно сделать. И первое, что самое нужно вначале сделать, это выбрать, какой вид таймера вы хотите на свой лендинг-пейдж. Для определенной даты, на промежуток времени, цикличный. Я буду показывать на примере цикличного таймера, потому что это самый такой востребованный, самый популярный вариант. Кликаем вот на этот бокс цикличный, и здесь у нас есть небольшие настройки. Начало отсчета каждый день в 12 часов. Если кликнуть сюда, можно выбрать время. Здесь вообще стоит все правильно. По локальному времени посетителя, то есть откуда бы ни зашел посетитель, с какого бы города на ваш сайт, если стоит такая галочка, то будет учитываться его часовой диапазон. Но если вам нужно выбрать именно точный часовой диапазон, то вы здесь снимаете галочку и ниже в списке вы выбираете город. Вот я же здесь галочку оставляю, чтобы по России всегда показывалось правильное время со стороны посетителя. И длительность таймера 24 часа. Можно поставить минуты, часы, сколько будет длиться ваш таймер. То есть вы выбираете в начале, значит, начало отсчета в 12 часов, либо выбираете время другое здесь. Здесь еще есть вот такие слова «каждый день». Это у нас ссылка. Если мы кликаем, то в какие дни не нужно, чтобы таймер работал. То есть, соответственно, нам нужен каждый день, поэтому мы здесь даже не рассматриваем. Вот, в принципе, на этом шаге здесь все. Определились со временем, с часовым поясом и кликаем на голубую кнопку «Следующий шаг». Или вот здесь вкладки, второй пункт у нас «Дизайн». И всего у нас, видите, 4 пункта надо пройти, прежде чем мы закончим работу с подготовкой нашего таймера для нашего лендинга. И самый второй, наверное, самый такой интересный момент – это дизайн. Здесь можно просто мышкой вот так вот кликнуть по любому виду таймера, чтобы выбрать дизайн. Я выберу вот этот второй. Он сразу, демо его отображается вот здесь вверху. Дальше идем настройки. Здесь очень гибко можно все настроить, вплоть до шрифта. То есть каким шрифтом отображать наше время. Закругленные углы первый. Смотрите, как вам закруглить. То есть вы видите, там за цифрами есть такая подложка. Вот здесь вот будет лучше видно. Видно, как края закругляются. Дальше фон, градиент или сплошной. Видно, да, где меняется градиент. Кликнув по вот этому кружку, можно выбрать цвет градиента. Дальше эффекты перелистывания, перемотка. То есть, смотрите, вот так вот идет перемотка цифр. Конечно, смотрится лучше перелистывание или нет. То есть меняется только цифры. Я оставлю перелистывание. Отступ таблиц. Смотрите, я двигаю ползунок и смотрите на демо, как друг от друга отступают наши вот эти цифры с подложкой. И отступ, вот этот отступ. Видно, да? Я оставляю так. Дальше шрифт. Кликаем по галочке и выбираем тот шрифт, который вам здесь подойдет из предложенных. Я возьму просто Arial. А дальше, смотрите, размер. Размер всего нашего таймера. Также можно выбрать здесь. Цвет.
цвет букв. Можно выбрать белый. Какой здесь будет лучше смотреться? Наверное, на желтом лучше смотрится черный. Или можете поставить серый. Или смотрите, здесь есть такая кнопка палитра, чтобы определить более точный оттенок. Потом нажимаем на кнопку «Готово». Я выбрал серые буквы. Отступ. Смотрите, это внутренний отступ. Здесь уже увеличиваются сами боксы, да? То есть вот эти подложечки. Разделитель. Да, нет. Разделитель – это между цифрами, между в нашем часами, минутами, секундами, нужен ли разделитель, да или нет. И вот здесь вот вы можете выбрать какое-то другое значение. Не знаю, например, прямая линия или еще что-то. То есть нужен ли вам вот эти, то есть разделители. А дальше, смотрите, подписи. Если здесь вставляем, переключаем вот так вот ползунок, и вам нужны подписи, дни, часы, минуты, секунды, соответственно, включаем здесь подписи, шрифт Arial. Вот так вот можно выбрать размер. И также можно выбрать какой-то цвет. Учитывайте, какой у вас фон будет в вашем лендинг пейдж. Я у подписи сделаю цвет, наверное, белый. Пускай его сейчас тут не видно. Настройки 3 мы закончили. Переходим к последнему шагу, получить код. Нам предоставляют всего лишь вот такую небольшую строчку кода. Ее нужно полностью скопировать, и мы ее с вами вставим в наш лендинг пейдж. Может так получиться, что у вас здесь сразу не будет такой строчки кода, а будут социальные кнопки с предложением порекомендовать данный сервис через социальные сети. Это ничего страшного, просто кликните по любой социальной сети, и у вас через буквально секунду появится здесь вот эта ссылка. Потом мы ее просто копируем. Итак, переходим в программу Adobe Muse и разместим наш код. Заходим в Adobe Muse. Вы заходите в свой лендинг пейдж, правой кнопкой мыши где-то кликаете в пустом месте и вставить. У нас подгружается наш код. Вот так вот отображается наш таймер. Давайте его разместим где-нибудь и посмотрим, как смотрится. Сразу размеры вы можете подогнать на сервисе. Если здесь вы не подрасчитали, не подогнали размер. Вот так вот симпатично смотрится. Единственное, что вот эти разделители надо было тоже сделать белым. Если мы с вами будем уменьшать здесь, то у нас, скорее всего, ничего не выйдет. То есть, смотрите, у нас код, по сути, он транслируется с того сервиса, понимаете? То есть мы вставили только как бы шорт-кодом. Поэтому здесь манипулировать настройки не получается. Итак, чтобы внести изменения в код, что-то подправить, размер, цвет, еще что-то, вы этот код, который разместили в Adobe Muse, вы его копируете, идете сюда, импорт настроек, здесь у вас будет так пусто, вставляете код и загрузить. Код таймер загружен, нажимаете на ссылку «Перейти». И теперь спокойненько меняете, что вам не нравится. То есть хотите размер, меняете размер. Когда у вас все, вы все сделали, подправили как вам нужно, нажимаете следующий шаг, и здесь будет две кнопки: обновить текущий код или создать новый код. Можно кликнуть создать новый код и заново забрать новую строчку кода с внесенными изменениями. Идем в Adobe Muse, удаляем наш старый код и вставить новый код. И наши изменения вступили в силу. Смотрим на браузере. И у нас вот такой вот красивенький, симпатичненький таймер. Естественно, здесь с цветами нужно проработать. Он не подходит здесь по дизайну моего лендинга. Но как работать с таймером, вы теперь знаете. Не забудьте написать текст об акции. Что акция у вас там закончится очень скоро. Поторопитесь, купить и так далее. И вот такой таймер вам поможет, чтобы покупатель долго не раздумывал. На этом я заканчиваю данный видеоурок. Надеюсь, он для вас был полезным. А мы увидимся с вами в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы?
Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.